В Горьковском районе мать четырех детей из ревности зарезала мужа. По данным следствия, в многодетную семью для празднования старого Нового года пришла подруга жены со своим знакомым. Ближе к полуночи, когда уже все были изрядно пьяны, 37-летний глава семейства в присутствии супруги предложил гостье уединиться в комнату. Хозяйке, конечно, это не понравилось, и между супругами начался скандал. Мужчина одной рукой схватил женщину за шиворот, а во второй держал кухонный нож. Жена успела перехватить лезвие и ударила им в плечо мужа, а потом в грудь. Раненый упал на пол, а компания продолжила выпивать. Через час обнаружили, что хозяин не дышит. Сельчанин скончался от потери крови, так как нож попал в артерию. Муж ранее неоднократно судимый. Супруга характеризуется удовлетворительно. Четверо детей на иждивении малолетних. Следствие будет проверять все версии, в том числе и самооборону. Следствие покажет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». С учетом того, что в семье четверо детей в возрасте от 4 до 9 лет, до суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. За убийство мужа 32-летней женщине грозит до 15 лет лишения свободы.